Из 13 пожаров, которые в этом году произошли на территории Аликовского района, 4 случились в Чувашско-Сорминском сельском поселении. С чем связана такая статистика, неизвестно. Однако бороться с огнем теперь станет легче, а пожарные будут приезжать быстрее. В селе Чувашская Сорма появилось пожарное депо. Здание построили по программе инициативного бюджетирования. 20% мы собрали с населения, 20% нам дал район и 60% дана нам республика. Общая сумма – 1 миллион 76 тысяч рублей. Сегодня поселению передали технику. Мы сегодня передаем нашу пожарную технику, которая работала в пожарной части номер 25 села Аликово, в добровольную пожарную команду Чувашско-Сормского сельского поселения. Они вот приедут на территорию своего сельского поселения в течение 5-8 минут. И это будет очень, очень большая помощь для того, чтобы своевременно потушить пожар. В добровольной пожарной команде сейчас 2 человека, но им уже растет подмога. Когда я вырасту, я хочу стать пожарным. Поэтому я хожу в кружок «Юный пожарный». В этом кружке мы учимся оказывать первую помощь. Мы учимся, как вести себя при пожаре. В общей сложности по программе инициативного бюджетирования в республике построили уже 9 пожарных депо. Ольга Пырочкина, Елизавета Зайцева, Валерий Дзюков, Республика.